Good Machine Releasing представляет. Производство Good Machine и Killer Films. Энди? Okay? Ты в порядке? Yeah. Да. Sure, конечно, все в порядке. Good. Это хорошо. Well, ну что ж, really я nice прекрасно night провела вечер. Yeah. Да. Me too. Я тоже. Of course, you know, I've но ты знаешь, конечно, really что nice мне time всегда было хорошо с тобой. Same here. Мне с тобой тоже. But... Но... Yeah. Да. You understand. Ты понимаешь. Uh-huh. Да. Well, ну вот. The food here was здесь excellent. Отличная кухня. I'm gonna recommend обязательно it to порекомендую my sisters сестрам. How many stars? Сколько тут звездочек? Three and a half. Три с половиной. Тебе лучше? Да. Me too. Мне тоже. Sorry. Извини. It's really good. Это даже... It's good. We это лучше, что мы поговорили. Yeah. Да, да. Before things went too far, пока все не зашло слишком далеко. Не стало слишком yeah серьезно. Да. I mean, are you а sure? ты oh, уверена? Yes. О, да. Is it someone else? У тебя есть кто-то no другой? Нет. It's just you. Дело в тебе. Hey, I wanna show you something. Я хочу тебе показать, что я для тебя купил. Для меня? Да, открой. Oh, but Andy, this... Но, Энди, это... Oh. This is beautiful. Какая прелесть. Thanks. Спасибо. It's a Gainsborough. Это копия с настоящего Гайнсворта. Бостон, 80-е годы прошлого века. Я это заказал сразу после нашего первого свидания. Oh, I just love it. Это просто чудо. Это... это коллекционная вещь. Yeah. Да. It is pretty special. Такие на дороге не валяются. It almost makes me мне даже захотелось smoke научиться курить. Hey, look at the back. А посмотри снизу. It's a 40-carat. Основание сделано из золота высшей пробы. О, Энди, это волшебный подарок. This really means он для меня очень много значит. Я всегда буду дорожить им, как залогом. No, you won't. Нет, не будешь. Потому что это для девушки, которая меня любит. Которая ценит меня за то, что внутри. А не за то, как я выгляжу. Я просто хотел, чтобы ты поняла, что теряешь. Ты думаешь, я не люблю искусство? Думаешь, я не понимаю моду? Ты думаешь, что я лох какой-нибудь? Жалкий. Отсталый.
Тупорылый хмырь. Ты меня за кусок дерьма держишь. Ну так ты ошиблась. Потому что я Роза. А ты дерьмо. И до самой твоей смерти. Это ты будешь куском дерьма. А не я. Счастье. Не знаю. Но когда я ее вижу, мне просто хочется... Понимаете? Хочется ее раздеть. Связать. И вставить ей. И трахать, трахать, трахать ее, пока не заорет, как резаная. А потом хочется ее перевернуть задницей и трахать еще сильнее. И кончить прямо в нее с такой силой, чтобы у нее изо рта потекло. Хотя, конечно... Я никогда бы не мог по-настоящему такое сделать. Понимаете? Если бы только она знала, что я чувствую, как меня переполняет любовь к ней и уважение, она бы тоже меня полюбила. Может быть. Но она даже не знает о моем существовании. То есть знать-то она знает. Мы с ней соседи, понимаете? Мы, ну, улыбаемся вежливо друг другу, но... Я не уверен, что смогу когда-нибудь по-настоящему заговорить с ней, потому что о чем мне говорить? Мне не о чем говорить. Я скучный тип, я это знаю. Мне это все говорили. Так что не отрицайте, потому что это факт. Людям со мной скучно. Они только посмотрят на меня, им уже скучно. Послушают и отключаются от скуки. Они думают, что это за скучный тип, никогда в жизни еще такого не встречал. И если она поймет, насколько я скучный, галлон обезжиренного молока, дюжина яиц, фотоаппарат такой одноразовый на уикенд, заскочить в магазин по дороге домой, одежду из химчистки для трещ я забрал, проверить у Билли домашнее задание и позвонить миссис Митчелл насчет приема во вторник. Дантиста придется перенести. Но знаете, что я сделаю? Собаку я помыл. В следующий раз, как я ее увижу, как только увижу, я ей скажу просто... Просто скажу, что... Что она мне... Нравится. Добрый вечер, мисс Джордан. Как? How's it going? Как дела? Okay. Нормально.
До свидания. Yeah. Да. Я тебя так отдеру. Ты будешь из ушей кончать, сука. Да? Я тебя вздрючу. Я тебя вздрючу так, что мало не покажется. Алло? Алло, это Клэр? Кто это? Сдохни, тетя Джой, сдохни! Тимми! Пустяки, Триш. У него просто такая фаза, оставь его. Я знаю, но ничего, я сильная. Я во всем виню мультики, в них столько насилия. А люди, которые снимают мультфильмы, это просто в голове не укладывается. Джой? Джой, что случилось? Я не знаю почему, но мне повсюду чудится такая враждебность. Дорогая, тебя еще какой-нибудь тип бросил? Нет, я... Мне так плохо. Милая, да Тимми просто пошутил. Я знаю, извини. Я просто слишком много работаю, вот и все. Все будет хорошо. Все хорошо, потому что теперь, наконец, ты меня послушаешь. Что? Тебе нужно есть мясо. О, Триш, я знала, как ты отреагируешь, но говорю тебе, это правда. Я за тобой наблюдала. Мой врач говорит, всего раз в месяц. Я знаю. На самом деле, лучшее средство для кожи сразу все очистит. А что такое с моей кожей? Пока ничего, но зато через пару лет... Прошу тебя, Джой. Ты же знаешь, я хочу как лучше. Я знаю. Спасибо. Я так счастлива. Правда? Да, я имею в виду с тобой и с детьми, ну и с Куки. Правда счастлива? Да. Дорогая, я так счастлива, что ты счастлива. Потому что я все время думала, что ты мучаешься. О, Триш, это просто смешно, когда я так счастлива. Ты знаешь, просто из-за того, что твоя карьера в музыке, с моей карьерой все в порядке. Я знаю, все будет хорошо, я просто уверена. И тогда ты переедешь от родителей уже скоро и найдешь свою половину. О, да, я уже чувствую, словно все начинается сначала. Правильно, если тебе 30 лет, это не значит, что поздно начать сначала, да? Ты знаешь, Джой, я тебе никогда раньше этого не говорила, но теперь, когда мы старше, и я к тебе так привязана, по правде сказать, я знаю, это будет звучать ужасно, но мне кажется, что я должна быть полностью откровенной с тобой и перешагнуть через все барьеры и весь остальной вздор, понимаешь? Короче говоря, я всегда думала, что из твоей жизни толка не выйдет. Что ты закончишь одна, без карьеры, на пустом месте, понимаешь? Да мы все так думали. Мама, папа, Хелен, все. Я все время молила Бога, чтобы мы ошиблись, но ты каким-то образом всегда казалась обреченной на поражение. Но теперь я вижу, что это неправда. Есть все-таки для тебя лучик надежды. Но извини, я знаю, что повторяюсь. Просто я за тебя так счастлива. О, Триш. Oh!
И в чем же разница на этот раз? Я не кончаю самоубийством в конце. Тебе это кажется позитивным сдвигом? Ну, я не знаю. Как ты себя чувствуешь в конечном итоге? Гораздо лучше. Я просыпаюсь счастливый, здоровый. Но тут же впадаю в депрессию, потому что я живу в реальном мире. А твоя семья? Триш ко мне очень добра. Но по-прежнему никакого секса. Да. Но ее это тоже не слишком интересует, так что... На каком-то уровне, если подумать, это не такая уж и проблема. Садитесь в машину. Давай купим мороженого. Нет, дорогой. Привет. Привет, дорогой. Как работа? Нормально. Эй, Билли. Что происходит? Ничего. У него депрессия. А что, что-нибудь случилось? Я не хочу об этом говорить. Игнорирую его. Он просто хочет внимания. Надеется тебя заинтересовать, словно это возможно. Кстати, Джой заходила. Как у нее дела? О, господи, я не знаю. Я, откровенно говоря, я беспокоюсь. Она ведь не как я. У нее жизнь не устроена. Она притворяется счастливой, но я вижу сквозь маску. Она страдает. Почему, как ты думаешь? По правде сказать, мне кажется, это из-за лени. Она не добивается своего, как мы с Хелен. И она так разборчива. Я дала ее телефон Дэмиану Россу, и Джой как будто была заинтересована, но не знаю. Мне жаль это говорить, но я в самом деле так считаю. Она всю жизнь будет одна. Мы все одни. Билл. Иногда я не представляю, как твои пациенты с тобой разговаривают. Иногда я не представляю, когда они замолчат. Надо как-нибудь для тебя записать. Правда, Билл? Ты правда запишешь? Чтобы я тоже могла послушать? Нет. Ну брось, не дразни меня. Ты же знаешь, я никому не скажу. Конечно, ты ведь такая скрытная. Ну, может быть, не такая скрытная, как ты? Какую тайну ты бы хотела от меня услышать? Вот, например. Почему ты со мной так гадко обращаешься, а я тебя от этого только больше люблю? Пап. Да, Билли? Что такое сперма? Сперма? Ну да. Ну, знаешь, как иногда твой член становится твердым? Так вот... Иногда он возбуждается, как меня все обманывают. Я никому не нужна ради меня самой.
Но это не то, что семья. О, Триш, мне бы твою жизнь. Муж, дети, машина. Ну, у меня, конечно, все устроено. Но иногда я задумываюсь, что было бы, если бы я все-таки написала роман. Я уверена, что у тебя бы получилось. Может, я еще напишу свой? Обязательно. Хотя бы попробуй. Да нет. Мне не нужен такой успех. Ты только послушай. Мы, у которых все есть. В то время как Джой, что есть у нее? Ты права. И она уже не молода. Она позвонила вчера вечером, когда я была в постели с Хураки, кажется. Она плакала. Сказала, что уволилась с работы. О, Господи, но это ее единственная опора. Она сказала, что хочет изменить свою жизнь. Начать помогать бедным и нуждающимся. Что-то не улавливаю. И не пытайся. Она не понимает, что она сама по себе добрая. Ей ни к чему делать добро. А ее музыкальная карьера... Не знаю, но не жди никаких прорывов. Только слушай. Это все полная тайна. Она хочет, чтобы никто не знал. Но она сказала тебе? Она чувствует ко мне доверие. Мне всегда казалось, что она может мне доверять. Слушай, ты говорила с мамой? Ты имеешь в виду насчет разрыва? Ой. Я думала, это полная тайна. Только от Джой. От нашей чувствительной Джой. Все остальные знают. А могу я предложить вам что-нибудь еще? Кофе, десерт? О, нет, спасибо, только счет. Будьте добры. Благодарю вас. Спасибо за ленч. Мы с тобой отлично посидели. Льготы, льготы, нам нужны социальные льготы. Вы знаете, там есть по-настоящему нуждающиеся люди. Сраная администрация, больше никого там нет. А как же беженцы, а как же наши льготы? Извините, но мне кажется, вы совершаете ужасную ошибку. Тварь продажная. Штрейкбрехер, штрейкбрехер. Так грустно. Правда, мне их даже жалко. Такие убогие люди. Просто жалко их. Что такое? Что случилось? Они меня назвали паскудой. Ты не паскуда, ты штрейкбрехер. Желаю удачи. Здравствуйте. Меня зовут Джой Джордан. Сейчас. Я через это прошла, но я хочу открыть тебе одну тайну. Развод — это самая большая удача в моей жизни. Правда. Не волнуйся, это исключение из правил. Большинство жильцов здесь гораздо моложе.
Ты уверен? Дай-ка я тебе кое-что покажу. Видишь это? Ты здоров как бык? Никаких опухолей? Ни одной. А сердце? Как у буйвола оленя. Ты до 100 лет доживешь. Значит, мне остается еще 35. Главное, поменьше соли. Не вопрос. Привет, Ленни. Hello, Diane. Привет, Диана. Ты не против, если я к тебе присоединюсь? Нет? No, thanks. Нет, спасибо. How's Mona? Как Мона? She's fine. В порядке. Она сидит дома в такой чудесный день? I don't know. Я не знаю. What do you mean you don't know? Что значит, ты не знаешь? Я не знаю. Whatever. Ну ладно. So how your girls? Как ваши девочки? Fine, I guess. Хорошо, наверное. The grandchildren Внуки скоро приедут в гости? I don't know. Не знаю. Look, Слушай, Ленни, я тебе признаюсь, я слышала про вас с Моной. What? Что? About you getting про ваш divorced. Развод. I'm really sorry. Мне очень жаль. I'm not getting divorced. Мы не разводимся. Разводитесь, расходитесь, неважно, не имеет значения. Ты теперь один. В общем, если тебе захочется с кем-нибудь поговорить, ты знаешь, где меня найти. Изнасилование в 12 лет. Хелен Джордан. Порнографическое детство. Все, что я пишу, так мелко, так поверхностно. Почему никто этого не замечает? Все насквозь фальшиво. Изнасилование в 11 лет, изнасилование в 12. Что я знаю об изнасиловании? Меня ни разу не насиловали. Я просто грязно эксплуатирую эту тему. О, если бы только меня изнасиловали в детстве. Тогда бы я познала искренние чувства, а вместо этого...